Здравствуйте. Сейчас я приведу себя в порядок. У нас с вами 30 минут, и я сразу скажу, что у нас не будет лекций, у нас не будет выступления в узком смысле этого слова, а у нас будет интерактив. У всех есть листок бумаги или несколько листов бумаги, ручка, да, пожалуйста, достаньте. Давайте я сначала несколько слов о себе, потом у нас будет интерактивная часть, и потом будет у нас заключение. Да, меня зовут Олаф Хауэр, я в этой жизни из Германии. Я говорю по-русски, потому что я здесь учился, в тогдашнем Ленинграде. Да. Я занимаюсь вопросами эффективной коммуникации с 1983 года. Я работал 16,5 лет для немецкого автопроизводителя BMW в Восточной Германии, в Западной Германии, в Хорватии, в России и 4 года в Китае, что было очень интересно и очень познавательно. Так, кроме того, с 2000 года я занимаюсь вопросами развития людей, команд и организаций. На самом деле сначала команд, людей и организаций. И с недавних пор, с 2015 года, я являюсь приглашенным профессором в Политехническом университете, где я преподаю в двух международных программах. Все о себе. Теперь, друзья, начнем про мотивацию. И я, скорее всего, вам не раскрою тайнов о мотивации ваших сотрудников. Этого я не делаю. Почему? Потому что оказывается, что ответы на вопросы, которые важны человеку, как правило, в самом человеке. Стоит немного копаться, задумываться, и найдешь эти ответы, которые тебя интересуют, которые нужны. Поэтому я вам задавать буду вопросы, я вас просить буду записать свои ответы, потому что когда вы записываете свои ответы, вы их лучше продумываете и лучше оклариваются у вас в мозге, и ими можете потом лучше пользоваться. Так, но кроме того, еще хочется сказать, что у нас будет 3 раунда вопросов. Первый вопрос будет прямо касаться вас. Второй вопрос будет касаться ваших близких, супруга, подруги, ребенка, родителя или коллеги. И третий вопрос будет касаться клиентов. Okay? Так, перед тем, как мы начнем, друзья, next. Ох, мотивация с чем я. Следующий. Да, про себя. Мотивация. Во-первых, что такое мотивация? Что такое мотивация? Такое слово, честно говоря, меня всегда тошнит от этого слова. Мотивация. Мотивация – это то, что нами движет. Это то, что настолько важно и значимо для нас, что мы активно предпринимаем шаги для того, чтобы то, что нам важно, было в нашей жизни как можно больше. Все. 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 То, что важно, значимо. Итак, дорогие друзья, я вам хочу задать первый вопрос. А да, что может быть важным в жизни человека? Деньги, крутые часы, крутая тачка, свобода выбора, любовь, достаточно много времени для занятия хобби, распространение радости, как, например, бренд BMW себе записывает на флаг. Вот такие вещи могут быть важными. И даже когда деньги являются движущим фактором номер один, то, как правило, за эти деньги вы себе какие-то мечты осуществляете. Вы же не будете копить деньги, сказать, ну вот у меня теперь 1000, миллион, миллиард и так далее, и так проще, вы этому радуетесь. Нет, как правило, вы деньги используете для того, чтобы что-то себе реализовать в смысле мечты. Итак, первый вопрос. Первый вопрос. Для вас лично, запишите, пожалуйста, для вас лично, что для вас настолько значимо в вашей жизни,
что вы готовы активно действовать в направлении того, чтобы у вас именно это было в жизни, или даже больше было, чем было. Вот. Что вами настолько движет, что вы готовы активно предпринимать шаги, даже преодолевать себе лень, чтобы стремиться к тому, что вам важно. Три. Записали три? Три, да. Ну что? На одной ноге не стоишь, на двух можно скакать, а Бог, как мы знаем, Троицу любит. Окей? Все записали? Или еще думаете? Кто еще думает? Пожалуйста, поднимите руки. Руки вот как поднимите. Ну, тогда еще давайте, вам еще 30 секунд. Это важно. Важно знать, что значимо в жизни. Вы закончили? Записали, да? Окей. Окей. Так. Вы что записали? Для меня важно свободное время. Свободное время. Улыбка на лице, счастье само по себе. Вау. И что парадоксально, это лень. Лень? Для того, чтобы... Очень хорошо. Хорошо, вы впечатлили меня. Вот. А вы, пожалуйста, что вы записали? Ага. А, спасибо. Вы молодой человек. Ну, у меня также семьи, остаток семьи, личностный рост, ну и денежная мотивация. Все-таки есть. Окей. Окей. У кого... Вы, пожалуйста, вы так приятно улыбаетесь мне. Пожалуйста, вы что записали? Вдохновение. И еще? И возможность делиться, ощущение радости. О, я вас поздравляю. Хорошо, хорошо. Так, теперь, друзья, теперь следующий вопрос. Опять. Насколько вы удовлетворены тем, насколько вот эти три вещи у вас есть в жизни. От 0 до 100%. Насколько вы удовлетворены тем, что вот эти важные, значимые дела, вещи есть в вашей жизни. Это не вопрос на ответ, не ответ на вопрос. 100%? 80%? 100%? Нет? Кто все-таки смел записать цифру? Пожалуйста, молодой человек. Вас зовут как? Даниил. Даниил. А можно вас? Ну, все, что свыше 80, это уже успех. Ниже 80 не смиритесь с этим, не стоит. Конечно, что-то будете декомпенсировать на физическом уровне. Так, а вы? То 100%? Сколько? О. Ага. Ага. Окей. А у вас еще что-то было? У вас все-таки... Ага. 60. То есть есть к чему стремиться. А у вас, молодой человек, вас зовут как? Павел. Достаток семьи, считаю, в районе 50%. Всегда растут. Значит, финансовые результаты также в районе 30%. Есть к чему стремиться. И что время еще свободно. Ну, его совсем нет.
Ага, окей. Ну хорошо. Заметим для себя, что вы, с одной стороны, можете определиться с тем, что для вас важно, и вы увидите, что разброс относительно большой удовлетворенности с нуля до 90. 100% вообще не было. Вау. Вау. 100% тогда мы можем сидеть счастливыми. Окей, друзья. Второй раунд. Ближний круг. Либо семья, либо коллеги. Вопрос, в принципе, алгоритм вопросов тот же самый. Мы сейчас просто сменяем перспективу. В продаже важно уметь встать на место другого человека. Вот теперь выберите одного близкого человека. Одного. Достаточно одного. Мы тренируемся. Окей? Выбрали? Выбрали? Одного близкого человека? Не скажете. Так, теперь, что, по вашему мнению, для этого вашего близкого человека важно, значимо? Что им движет или ей движет? Что для него или для нее настолько важно, значимо, что он или она начинает активно действовать, преодолевая трудности с тем, чтобы вот это важное, значимое дело было у нее или у него или у нее в жизни? И, пожалуйста, если вы не знаете, тогда предполагайте, пожалуйста. Все, записали? Интересно. Интересно, знаете ли вы или предполагаете? Каждое предложение, которое начинается с двух слов «а я думал», с трех «а я думал» означает на самом деле «он не думал» или «она», а «предполагал». Когда предполагаешь, у тебя вероятность большая промахнуться, потому что ты не знаешь. Итак, что для вашего близкого человека важно? Дочь? Хвалили? И желание, желание достичь отличного результата. Еще что-нибудь? Достичь отличного результата и чтобы вы ее хвалили. Здорово. Ага. Здоровье. И еще что-нибудь? Может быть, успех сына? И еще? Ага. Здоровье близких. Молодой человек, можно вас попросить? Да? Вы кого выбрали? Жены. А у нас есть дочь, мама, жена. Безопасность, успех детей и удовлетворение ее амбиций. И безопасность – это финансовая безопасность или физическая безопасность? А, окей. Ну, какая комплексная вещь. Ну, да. Ну, да. Да, да. Эмоциональная. Окей. Хорошо, хорошо, хорошо. А вы, интересно, вы это знаете или вы предполагали? Окей, окей, хорошо. Теперь давайте. Насколько ваш близкий человек удовлетворен тем, что у него есть, и вашей поддержкой?
насколько ваш близкий человек удовлетворен тем, что вот эти вещи, которые вы перечислили, у него есть, у нее есть в жизни, и насколько близкий человек удовлетворен вашей поддержкой, чтобы достичь. Окей. Okay. Начнем с вас. На 100%. Ага. Это интересная логика. Ее надо раскрыть потом. Еще. Хорошо. А у вас? У вас не хватает времени. О-о-о-о. Для маму. Ну ладно. Хорошо, хорошо. Вот. А у вас? Безопасность 10%, дети 80%, амбиции 30%. Это и она удовлетворена именно вот на этом уровне вашей поддержкой или... Ну хорошо, хорошо, друзья. Окей. Окей. Теперь... Теперь клиенты. А? Теперь клиенты. Та же постановка вопроса, тот же самый легкий алгоритм. Однако, хотелось бы, чтобы вы, когда вы будете отвечать на вопрос, задавались еще вторым вопросом. Вы действительно когда-либо задали именно этот вопрос своим клиентам? А именно, насколько ваши клиенты, что по-настоящему важно, значимо для ваших клиентов? Вернее, что для ваших клиентов важно в взаимодействии именно с вами? Вы же работаете в продажах. Что для ваших клиентов важно, значимо в взаимодействии с вами? То есть, что им хочется от вас получить? И дополнительный вопрос. Вы когда-либо именно этот вопрос задавали своими клиентами? Дорогой клиент, а что важно для вас в взаимодействии со мной? Что вы хотите от меня получить? Да. Опять три вещи. А? Что? Только? Запишите все. Что вы подсказываете мне? Я-то знаю, что моим клиентам надо. Окей? Давайте. Итак. О, молодой человек, пожалуйста. Что вы записали? Экспертность, быть услышанным. Здорово. Левое крыло. О, молодой человек. Вы меня действительно впечатляете. Вот, свои фактуры, да. Стабильность, ценная информация и безопасность. Окей. Хорошо. И да. Ой.
чуть погромче. Хорошую скидку. Своевременное выполнение условий договора. Своего дела. Я помню, когда мы долгий годовой проект проводили для компании IM Technology, они производят шлюзы для атомных электростанций, производственный цикл 3 года. Сколько они платили, если они не уложились в временные рамки? Окей, теперь, насколько вы думаете, вот два вопроса, насколько вы думаете, что ваши клиенты получает все это от взаимодействия с вашей компанией в целом и с вами лично. Насколько вы думаете, что ваши клиенты удовлетворены тем, что они именно это, вот эти три вещи получают от взаимодействия с вашей компанией в целом и с вами лично? Итак, начнем с вас. Так как я слышу два уха, поэтому 90 поставил, если это не слышно, а сверху снова 60. Еще раз, пожалуйста, то есть быть услышанным сколько? 90. 90. Потом? Экспертность 60, а человеческие качества 70. Экспертность 60 и человеческие качества 70. Это то же самое, что касается вашей компании и вас лично? Ага. Это всегда, вот понимаете, вот коммуникация. Вот сразу так, ага. Так. Стабильность 80. Ценная информация 90. Ценная информация 90. Безопасность 60. И клиенты получают это и от вас, и от взаимодействия с компанией. Да. Ну вот. Ага. Ага. После 100 начинается growth, как по-английски говорят, рост. Ну хорошо. И это касается и вашей компании, и вас лично. Да. Ну вот каждый работодатель хочет услышать такой ответ. Да. Ну хорошо. Окей, друзья. Три раунда. И я хотел бы ваше внимание фокусировать на то, что вам в продаже всегда надо знать, что клиентам хочется. Не предполагать, знать. Поэтому стоит спрашивать время от времени. Иногда меняются требования, иногда меняются направления. Итак, теперь заключение. Заключение в двух раундах. Во-первых, теперь подумайте о вашем заключении. Подумайте о вашем поведении. Вы имеете дело с клиентами. Изо дня в день, несколько часов в день, лицом к лицу, на телефоне, по WhatsApp, по Битриксу и так далее. И так прочее. А, между прочим, моя команда тоже недавно стала пользоваться Битриксом. Mm-hmm. Итак, вот ваше поведение. Предположим, что вы ведете себя более-менее одинаково и дома, и на рабочем месте, и с близкими людьми, и с клиентами. Предположим, к этому надо стремиться, между прочим. Вот. Что вы думаете, что вам надо было бы ,
Что, пожалуйста, три вещи, которые вам надо было бы продолжать делать взаимодействие с собой, с близкими и с клиентами, чтобы вы были удовлетворены, ваши близкие и ваши клиенты были удовлетворены, по крайней мере, на уровне 85%. Пожалуйста, запишите, пожалуйста. Что вам в вашем повседневном поведении, какие поступки, какие способы поведения вам надо продолжать проявлять? Вот. Это то, что, на что вы можете полагаться. И то, что, по всей видимости, будет приводить к успеху. Второй вопрос. Вот, три вещи. Ну, желательно глаголами. Запишите глаголы. Действие. Это направляет вашу ориентацию на то, чтобы действовать. Теперь второе. Очень важно. Прекратить. Запишите, пожалуйста, одно специфическое поведение или поведенческий поступок, который вы достаточно регулярно совершаете, но который, по вашему мнению, мешает достижению цели, удовлетворенности и так далее. И вам самим, и близким, и клиентам в плане того, чтобы получить то, что значимо. Что вам следовало бы прекратить делать? И раз вы успешно расстанетесь с одной привычкой, которая чаще всего вам мешает, клиентам мешает, близким, тогда будет свободное место для того, чтобы что-то заново, снова начать, то есть наработать новый навык в себе. Вот. Итак, как вы думаете, что вам следовало бы начинать развить в себе новый навык, который мог бы помогать и вам, и клиентам, и близким достичь того, что для них значимо. Быть мотивированными. Все? Писали? Олаф, я напоминаю, у нас последняя минута осталась. Хорошо. Записали? Давайте, начните. Скажите, что вы записали? Что продолжать? Продолжать улыбаться, продолжать любить и продолжать вкладываться. Это, наверное, самое важное. Что прекратить? Прекратить оценивать и начать действовать. Ну, в плане каких-то перемен к росту. Есть сложные, да, всякие бизнес-процессы или затеи. Окей. Как не возьмешься. И что начать? Ну, активную трансформацию начать. Окей, хорошо. Павел? Активность, обучение, если по первому найдем, и больше нацеливаться на результат, чтобы не отвлекало. Прекратить все равно хоть кому-то что, две немного. Меньше думать об этом. Ага. Не смог ответить по причине, что, наверное, мог бы ответить, Да, давайте ответьте еще. Вы, пожалуйста. Окей, начните, пожалуйста, что продолжать. А как же? Например? Хорошо, спасибо. Все или можно еще? Давайте, вы, пожалуйста, еще. Я хотела продолжать одну вещь. Больше времени, чтобы услышать ее, выслушать ее. Прекратить две вещи. Идти с собой на компромисс, давать себе поблажки. Вот это не второе. Всегда
Спасибо, очень важно. Давайте, молодой человек, и на этом мы, наверное, закончим. Развиваться, продолжать. Не додумывать за других. Но если вы хотите прекратить, не написали. Хорошо. Ну, тогда, друзья, на этом мы закончим. В принципе, здесь есть еще вот пять. Вот мы за свои, ну, причине 20 лет INTG выяснили, что помогает быть внимательным к себе и окружающим, задавать вопросы, что важно, что можно было бы PPN прекратить, начинать, сбалансировать всегда, найти время для всех вещей, которые нужны. Аутентичность – это совпадение чувства со словом, совпадение мыслей со словом, совпадение слова со словом и совпадение слова с действием. Все. Конструктивная коммуникация в основном означает исключить все слова, которые носят в себе отрицательную коннотацию, как проблема, сложность, трудно, потому что слова создают реальность именно в тот момент, когда вы их высказываете, и вы оказываетесь именно в центре этой реальности. Замените их положительными словами, избавьтесь от слова как слова как нет, не или не получается, и замените их просто более положительными. Это очень хорошо, это очень просто. И улыбайтесь. Улыбайтесь. 2 минуты подряд улыбаться означает, что мозг получает информацию о том, что вы счастливы, и начинаются другие процессы. Кроме того, займите всегда позицию, стоя, сидя, которая вам придают уверенность. Все, на этом все. Я немножко перегибал временную палку. Я предлагаю улыбнуться Олафу в ответ и поаплодировать. Олаф, спасибо большое. Да, пожалуйста. За, наверное, самую необычную и глубокую сессию на сегодняшней панельной дискуссии. Можно у вас кликер позаимствовать?